быстрее проходите вагона. Молодые годы Шварценеггера. Нехорошие идеи. Молодец, стоят, нормально. Душевная картина. Мои руки в его руках. Он их так держит и вот такие выпученными глазами. Ну прям реально, как будто он ко мне в любви признается или еще что-то. Я такая, руки такая из Юрии, пытаюсь такая выдернуть, такая дергаю. Уже на съемку, да? А как его теперь крутить тут? Ну так и заебись. А у меня Света должна еду прийти. А то у нас едонь. Надо сказать что-нибудь умное, не облажай. Мы очень культурно планируем провести с экскурсиями наше путешествие. Не пиздите, как... С экскурсиями. Бля, вот все испортили, а. А вообще я думал босиком встретить в море Новый год. Это тебе съем. А мы все на это посмотрим. Народу много. Я не пью, я буду трезвая. Жжет. Это уже баян. Нового года и за начало нашей с вами дружной алкогольной комы. Ура! Прощайте! Прощайте! Всем привет! Дорогие товарищи! Зум! Если ехать долго по железной, по дороге прямо, то уехать можно далеко. Если вдруг без разрешения, круто сворачиваем! Круто сворачиваем! И едем в Коктебель, который находится вот здесь. Но мы сделаем, что он будет находиться вот здесь. Вот зона поражения. Я такой прямой, как башня, но твоей нормы. С деревьями общалась! Все! Почему нельзя курить в вагоне? Да можно это же. Потому что мы умрем. Я сказал, что не курящий хитом. Думаешь, надо не открывать? У нас не открывают! Смотри! Иди сюда! Вот, смотри! С Новым годом! Ты хочешь сказать, что здесь не открывается? Много женщин есть красивых, но таких, как здесь, в России нет. Лучше, чище и добрей. Я про это много знаю, от твоей улыбки таю. Ну давай обнимемся скорей. Ты садись со мною рядом, шоколадом угощайся, я схожу за водкой и вернусь. А вот скажи пару слов, не дай бог каждым это назвать. Если я так спала, блин. Что тебе? Ультра! We'll be right back.
какого мы вокзала? Ой, вижу, ты не знаешь и сама. А где мы, кто мы, я не знаю. Как тебя зовут, родная? Очень своевременно.